русского магазина. Так, давайте начнем. Денег я заплатила немного. Совсем. Так, что я здесь взяла? Здесь у меня петрушка и укроп. Петрушечка. Вот укропчик. Так, сейчас я его вытащу. Они немножечко влажные, поэтому сейчас мы вытащим. Капуста для борщика. Так, что я здесь взяла? Это я взяла селедочку. Вот так, селедочка для салата. Так, теперь я взяла здесь специи. У нас будет холодец. Вот, я взяла желатин. Вот такой желатин. Взяла сухой чеснок. Взяла разрыхлитель. Будем делать трубочки. И сладкие такие. Взяла 2 вида перца. Перец вот черный, молотый, душистый. Ванильный сахар. Сегодня такие специи у меня. Так. Дальше. Что у меня здесь будет? Ясно, что здесь будет борщ. Ясно, что это будет для салата. Может быть, шуба. Селёдочки в шубе. Вот. Посмотрим, как у нас что. Пока у нас по плану винегрет. Специфически. Так, дальше что я взяла? Картофель. Ой, буду достать. Картофель. Такой. Для винегрета. Ну, целая куча морковки. Это будет и для борщика, и для риса, и для холодца, и для винегрета. Перца. Это войдет в холодец и в борщик. И в рис. Да, вроде все. Так, свекла. Делаю свеклу. Нормально, красивая такая свекла. 3 штуки у меня хватит. Так, и лук. Есть еще у меня лук. Ну вот, еще взяла лук. Хороший такой. Так, что у нас будет в репертуаре? Борщ, холодец, рис с мясом, с горошком, со всеми делами. Так, холодец я сказала, винегрет. Винегрет будет с колбаской, такой необычный винегрет. Картошечка, морковка, соленый огурчик и колбаска. Ну, или шубу, или просто покушаем. Ну, а это специи. Что-то сладкое. Не могу как, я хочу трубочки сделать. Трубочки. Они могут быть и сладкими начинкой, и можно туда сосисочку вставить с чем-нибудь. С помидоркой, с листьями салата. Туда сосисочку вставить. Да. Так что будет все очень вкусно. Ну, все. Такой небольшой обзор. Стоит это где-то в районе 40 долларов. Ну, это как у нас, так сказать, в русском магазине. Или в магазине с товарами с разных стран. Вот и все. На сегодня все. Вот, начнем уже готовить. А борщик будет у меня с фасолью. Сейчас я замочу фасоль. Завтра я начну что-то готовить.
это будет такой большой оврал опять. У меня будет много готовки для семьи. Семья соберется, и вот будет у меня много готовки. Вот и все на сегодня.